Привет, и мы продолжаем приключения нашего любимца котика Бубу. Котик Бубу, вставай, тебя ждут великие дела. Итак, друзья, посмотрите, какую замечательную футболку купили мы нашему Бубу в прошлой части. И вот эту чудесную шорстку. Итак, друзья, давайте-ка отведем нашего любимца в туалет. Очень уж просится. Вот, давайте-ка немножко поубираем. Ну, раз просится, давайте-ка посадим. Пусть пока делает свои дела. Вот так. А какой он у нас получился, милашка? Посмотрите, друзья, голубоглазый, красивый. Ну, давайте-ка немножко с ним поубираем, вот так. Вот, почистим все, сделаем, чтобы у нас было аккуратненько. И обратите внимание, друзья, какая красивая, классная у нас ванная комната. Очень здорово. Итак, покупаем нашего котика. Хорошенько потрем мылом, вот так вот. Здорово, здорово, здорово. Отлично. Чтобы он у нас был совсем чистенький, красивенький, вот так. Вот, посмотрите, посмотрите, как красиво. Очень хорошо. Ой, какой красивый красавец голубоглазый. Вот так хорошенько потрем. Вот, полотенцем. Замечательно, друзья. Вот, и еще щеточкой не забыть. Ну что, Бубу, будем кушать? Хорошо, сейчас мы тебя накормим, но вначале давай-ка помоем тебе лапки. Ну куда же с грязными лапками садиться за стол? Вот, давайте-ка хорошенько ему потрем мылом. Вот так, да-да-да-да, умничка, умничка, котик, умничка, вот, здорово, трем-трем-трем, чтобы не было микробов, чтобы животик нам не болел, хорошенько нужно вымыть ручки, вот, ручки, лапки, вот так, да-да, умничка наш котик, не забудем, кстати, еще зубки почистить, вот вредный котик не хочет сейчас чистить, почему-то чистит зубки только после того, как покушает, ну, хорошо, не хочешь сейчас чистить, тогда мы тебя покормим и тогда почистим зубки. Договорились? Ну хорошо, друзья. Давайте-ка так и сделаем. Сейчас покормим, поубирали им немножко. Покормим нашего котика. Кстати, друзья, давайте-ка посмотрим, какое у нас задание. Достигни 7 уровня в игре Cat Sings. Ну попробуем. Вначале давайте-ка мы его покормим хорошенько. Так, что же тебе дать? Вот, давайте-ка дадим ему вот это суши. Несколько порций. Вот, замечательно. Теперь еще кусочек сыра. Круассан. Ну и я вижу, друзья, здорово накормили. Ай, друзья, вот, перекормили нашего котика. У него разболели зубы и придется вести его к стоматологу. Ну что поделать. Вот такая бедная кошачья судьба. Приходится ремонтировать ему зубки. Ну ничего, друзья, сейчас мы быстренько с этим справимся. Доктор, помогите, у меня зубки болят. Ну, открывай ротик, посмотрим, Бубу, что ты здесь кушал. Ой, какой ужас, что же ты здесь кушал? Смотрите, что у него делается в ротике. Позастревали какие-то кусочки. Что же ты это кушал, Бубу? Вот бедняжка. Ну, пока давайте-ка вот займемся его дырочками, запломбируем их вот так, посверливаем. Хороший у нас аппарат. Сверлит и сразу пломбирует вот так. Видите, друзья, как замечательно все получается. Очень забавно, очень хорошо. Итак, вот, зубки запломбировали. Осталось только два вот этих почерневших зубика, которых мы сейчас хорошенько потрем. Сделаем их беленькими, чистенькими. И вот ты сможешь спокойно себе гулять и заниматься своими делами. Хорошо? Хорошо, котик? Еще что-то недоволен. Ага, не дочистили мы ему зубки. Так. Вот, смотрите, какой малыш у нас в хорошем настроении. Все здорово, он вылечился. Зубки больше не болят. Только намусорит немножко вот здесь в больнице. Поэтому давайте-ка, друзья, здесь наведем порядочек. Вот так, хорошо. Ну, а теперь можно и пойти погулять. Так, что-то он у нас не докушал. Давайте-ка дадим ему еще вот это мороженое. Вот, здорово. Что, играть хочешь? Ага, как же играть? А кто обещал после еды почистить зубки? Вот, возьмем щеточку, открывай ротик. Вот, видите, друзья, уже совсем дело другое. Уже позволяет почистить ему зубки, открывать ротик. Вот, множество мыльной пенки. Вот, хорошо, молодец. Вот еще можешь поиграть мыльными пузырями. Ты у нас молодец, ты хорошо себя вел возле стоматолога. Что, скучновато мыльными пузырями? Ну, давай тогда пойдем в игровую комнату и поиграем игру, которую ты хотел.
Ой-ой, смотрите, какой тут ужас делается. И воду в рыбке надо заменить. И еще колесо покрутить, повертеть вот так. Давайте-ка посмотрим, какой же приз нам выпадет. А сегодня у нас выпал приз. Вот посещение туалета. Ну, приз как бы неплохой. Вот такое зелье. Ну, давайте-ка еще раз повращаем. Так, и у нас выпадает приз, то ли кексик, то ли золотые монетки. Вот, вот такой забавный черничный кексик, по-моему. Да, вот забрали. Итак, друзья, еще раз посмотрим. У нас задание в игре Cat Sings. Что за игра? Давайте-ка посмотрим. Cat Sings, Cat Sings. Где же эта игра? Седьмом. Ага, это вот поющие котики. Здорово, здорово. Ну, в принципе, игра интересная, друзья. Давайте-ка попробуем вот эту комбинацию. Так, хорошо. Это просто повторяем за котиками комбинацию. Вот первый уровень. Подряд. Вот второй уровень. Очень просто. Третий. И повторяем за нашими котиками. Вот. Очень пока простая комбинация. Так, посмотрим. Серый котик, сиамский. И еще раз сиамский. Ну, пока все очень просто. Достигли четвертого уровня. Пятый уровень. Серый котик два раза. Сиамский два раза. И потом рыженький. Ну, пока, друзья, ничего сложного. Вот, хорошо. Следующий уровень. Серый котик два раза. Сиамский два раза играет. И рыженький. Очень простая комбинация. Итак, седьмой уровень. Вот, все здорово, друзья. Здорово, друзья, достигли восьмого уровня, и мы вышли и выполнили задание. Ну, давайте-ка выйдем из игры. Так как мы задание выполнили, можем уже выйти. Да, 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 друзья, итак, миссия дня выполнена. Хорошо. И теперь мы можем спокойной совестью пойти погулять с нашим котиком на улице. Итак, чудесная погода. Жаль сидеть дома и играть. Давайте-ка мы пойдем вот на улицу. Но вначале оденем какую-то другую одежду, чтобы не было холодно. Давайте-ка наденем какую-то вот такую забавную курточку нашему котику. Сейчас подберем какую-то им классную куртку. Так, есть красная, есть розовая, зеленая, фиолетовая. Или вот какую-то вот такую вот ковбойскую форму возможно взять. Смотрите, какие забавные есть ковбойские формы. Вот давайте-ка возьмем вот эту форму. Смотрите, как здорово. Отлично. Вот, чтобы не было холодно нашему котику. Вот, здорово. Давайте-ка походим по улице, погуляем. Ой, как здорово, смотрите. Ой, смотрите, как забавно. Малыш наш, Бубу, лег на землю и отдыхает. Это было что-то невероятное. Здорово, друзья. Ну, давайте-ка погуляем с нашим котиком, пособираем урожай. Так, созрела у нас малинка. Давайте-ка посадим здесь смородину, соберем тыкву, капусту. Вот какой хороший у нас нашего котика в этом сезоне урожай. Вот какой забавный еще здесь. Ой-ой-ой, он хотел что-то прополоть, взял грабли, а мы ему помешали, друзья. Ну ничего, давайте пособерем вот смородинку, посадим здесь чернику и яблоки. Вот, здорово, отлично. Итак, Бубу, ты хотел что-то поработать на земле? Давайте-ка повторим вот этот момент. Может, ему удастся поработать граблями. Вот так, вот так. Нет, друзья, никакой не хочет больше работать. Перебили мы ему охоту. Ну, раз такое дело, давай-ка вот. Итак, в прошлых частях мы еще вот этот домик перекрасили. Давайте-ка сделаем еще что-то, перекрасим. Сделаем стены более светлыми. Давайте-ка сделаем стены у нас вот такими вот желтыми. Посмотрите, какие забавные. И машинку давайте-ка сделаем желтой. Вот так, здорово.
Так, ну что, котик, покатаемся? Давайте-ка, друзья, покатаемся с машинкой. Попробуем сегодня побить рекорд. Итак, вперед, друзья, поехали. Давайте-ка поедем. Постараемся побить сегодня рекорд в этой игре. Итак, вперед, вперед, едем, едем, едем. Прыжок, собираем, собираем канистры, собираем звездочки. Вот так. Очень хорошо, друзья. Вот, замечательно. Отлично. Итак, прыжок, здорово. Едем, 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 собираем. Осторожно, осторожно, бревна. Канистра, вот так. Здорово. Отлично, множество звездочек. Очень хорошо. Очередная канистра, еще бревна какие-то. Вот так. Да, 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 да. Здорово, друзья. Хорошо. Итак, вот очередной прыжок. Собираем топливо. Отлично, друзья. И еще вот так. Вот, замечательно. Хорошо, едем, едем, едем. Собираем, собираем. Вот. Собрали топливо. Вот так. Отлично. Ой-ой-ой-ой. Давайте-ка немножко, друзья, притормозим. То что-то уж сильно начало нашу машинку подбрасывать. Так, разбег немножко. Осторожненько. Так, едем, едем, едем. Прыжок. Вот, здорово. И еще. Ой-ой-ой-ой, как было опасно. Еще немножко. Вот так. Очень хорошо. Здорово. Продолжаем, друзья. Вот так. Замечательно. Небольшие бревна, но как сильно подбрасывает, друзья. Вот. Итак, прыжок. Вот. Замечательно. Итак, взяли топливо, очередную канистру и едем вперед, друзья. Вот. Замечательно. Итак, прыжок. Очень хорошо. Так, едем, едем. Продолжаем, продолжаем, друзья. Вот так. Отлично. Осторожно, мостик. Бубу аккуратненько переезжаем. Отлично. И прыжок. Вот, замечательно. Перепрыгнули через пропасть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фу. Как это было опасно. Ну ничего. Наш молодец котик справился. И вот. Собрали топливо и можем дальше себе спокойно ехать. Осторожненько, осторожненько, котик. Здесь мостик. Здесь камни. И бревна, смотрите, какая непростая трасса. Какие холмы, какие камни. Ну, наш котик молодец. И разгон. Вот, здорово. Смотрите, как здорово получилось. Вот, отлично. Ай-яй-яй-яй. Ой, как это было опасно. Это было опасно довольно-таки, друзья. Но наш котик молодец справился. Итак, двигаемся дальше. Два обрыва мы уже перепрыгнули. И едем себе, друзья, дальше спокойненько. Вот так. Да, 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 да. Отлично, друзья. Так, разгон. Вот, замечательно. Ой-ой-ой, сколько здесь оказалось бревен. Но наш котик молодец. Ой-ой-ой-ой. Друзья, вы видите, что делается? Какой ужас. Нужно топливо. Вот, получилось, друзья. Буквально в последний момент взяли топливо. Отлично. Итак, друзья, хорошо, едем дальше. Вот так, да, замечательно. Отлично, осторожненько мост. Осторожненько, Бубу. Ну, осторожно, осторожно, осторожно. Вот, да, 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 вот так. Ай, друзья, наверное, у нас уже не хватит времени. И вот, смотрите, как здорово. Перепрыгнули через обрыв и кончилось топливо. Да, здорово. Буквально не хватило пару пунктов, чтобы побить рекорд. Отлично, очень приятно, очень здорово. Ну что, котик, покупаемся, покатаемся. Слушайте, что-то ему не хватает. Я знаю, друзья, что ему не хватает. Ему не хватает ковбойки. Да, вот ему кто-то и, кстати, звонит, что котик, куда ж ты вышел гулять без головного убора? Давайте-ка мы, друзья, к этому ковбойскому костюму сразу и подберем шляпу. Вот. А ну-ка посмотрим. Вот такая вот коричневая шляпа. Черная, коричневая или белая. Какой вариант лучше, друзья? Пожалуйста, напишите в комментарии, какой вам вариант больше нравится. Белая, коричневая или черная? Ну, давайте-ка пока сделаем коричневую. Мне кажется, немножко лучше, хотя трудно сказать. Вот, вот. Итак, возвращаемся назад. Ох, как ему здорово идет. Смотрите, друзья. Ой-ой-ой-ой. Даже вот сердечко пошли. Здорово, здорово, здорово. Ну что, друзья, давайте-ка покатаем его немножко на лодочке, вот так. Вот, здорово, ну ничего себе, как нашему котику нравится. Вот такой он у нас шериф, любит кататься. Ну что, пойдем вот сюда.
Хорошо, хорошо, очень здорово. Ну, давайте-ка покатаем его еще на водочке. Вот так. Да, друзья. Очень замечательно, очень классно. Ну что, Бубу, покатались? Да, здорово, друзья. Ну что, друзья, вот такой вот сегодня чудесный провел наш Бубу день. На этом, друзья, мы будем прощаться. Итак, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите другие видео о приключениях нашего любимца котика Бубу в плейлистах. В конце этого видео будет ссылка. А мы, друзья, с вами прощаемся. Всем пока, до новых встреч!